дорогие друзья! Мы находимся на стенде компании Elysia, немецкого бренда, и перед нами фактически Rolls-Royce в индустрии про аудио. Elysia Alpha Compressor. Пожалуй, один из самых интересных устройств динамической обработки в про аудио сегменте. Это в своем роде уникальный двухканальный компрессор, который может быть использован в стереорежиме, в дуал-монорежиме, а также у него есть замечательная функция работы в mid и side режимах. Ну, посмотрим на лицевую панель этого инструмента. Если мы можем условно разделить ее на три части. Часть управления, часть, которая работает с компрессией сигнала, часть, которая работает с различными фильтрами, и часть выходного каскада. Итак, что касается компрессии, здесь у нас достаточно классические ручки установки порога срабатывания, атаки, затухания, степени сжатия. Есть интересные такие кнопки, кнопка Feed Forward, которая у нас влияет на расположение детектора в схеме компрессора. Функция AutoFast, когда компрессор сам анализирует входные пики и меняет время атаки. И аналогичная функция, связанная с затуханием, с релизом. Функция автоматической установки релиза в случае необходимости. Здесь у нас устанавливается степень сжатия, так как компрессор создается в первую очередь для условий, для студий, для мастеринг-студий, для применения в мастеринг-условиях. Степени сжатия здесь относительно небольшие, хотя вы можете получить гораздо большие степени сжатия, используя другое расположение детектора в цепи, то есть feed forward и feed back. Итак, ниже у нас располагается фирменный фильтр Elysia. Мы можем сказать, что это в своем роде tilt-фильтр, когда вы выставляете какую-то центральную частоту, и в зависимости от этой частоты вы понижаете сигнал с одной стороны, при этом усиливая сигнал с другой, ну, либо наоборот. Здесь у нас регулятор установки этой частоты, плюс есть кнопка увеличение этой частоты в 10 раз. Ну, например, как это работает. Сейчас у нас установлена частота, центральная частота для фильтра 220 Гц. Умножаем ее на 10, получаем 2 кГц 200 Гц. Есть в цепи дополнительный сайдчейн фильтр. Очень интересная функция, которая пригодится мастеринг-инженерам и вообще инженерам, которые работают с компрессией. Это такая селективная компрессия. Либо вы можете выставить здесь, при помощи этих регуляторов, вы можете выставить частоту, и включив этот фильтр и установив усиление этой частоты в секции сайдчейна, вы можете ослабить влияние этой частоты на срабатывание компрессора, либо усилить ее. Что касается выходной, скажем так, части выходной секции. Да, что касается выходной секции, здесь у нас располагается регулятор микс. Вы можете получить параллельную компрессию, смешивать сигнал с оригинальным, либо использовать полностью обработанный сигнал. Причем здесь есть кнопки отключения сигнала, скомпрессированного обработанного сигнала и сухого сигнала оригинального. Есть секция усиления, есть вот такая кнопка, которая включает дополнительный трансформатор в цепи. Соответственно, он дает некоторый такой небольшой окрас звучанию. И есть soft clip limiter, то есть мягкий лимитер, который работает на
пике, вы можете включить его и отключить. Правая секция, она полностью идентична левой секции. Вы можете использовать функцию Channel Link, когда у вас элементы управления компрессором, элемент управления слева компрессором распространяется и на элементы управления правой части. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, что только элементы управления секции компрессора работают в режиме Channel Link. Что касается именно элементов, которые обрабатывают сигнал, такие как фильтр, сайдчейн, либо усиление, их вы должны, конечно, выставлять вручную, чтобы получить чтобы не разрушить стереокартину, если вы используете устройство для обработки стереосигнала. Если вы используете устройство в режиме MS, вы можете, конечно же, залинковать оба канала, можете их использовать раздельно, тогда один канал у вас обрабатывает сигнал посередине, другой канал обрабатывает сигнал со сторон, то есть сигнал mid и сигнал side. Это очень-очень классная и очень полезная функция при мастеринге. Что хочется сказать об этом компрессоре? Да, он стоит существенные деньги, но если вы попробуете его покрутить, хотя бы просто прикоснуться к нему, вы поймете, что он сделан из компонентов высочайшего качества. Инженеры компании Elysia, для них это, пожалуй, самое-самое экстремально важное устройство. И они все элементы отбирают очень качественно, очень серьезно подходят к отбору элементов. Поэтому не сомневайтесь, что это устройство создано из компонентов высочайшего уровня. Таких устройств немного в мире, но это устройство получило самые-самые высокие оценки множества изданий, которые пишут о Pro Audio. Оно получило самые-самые высокие оценки от лучших мастеринг-инженеров. И если вы хотите, чтобы это устройство появилось в вашей студии, свяжитесь с нами, пишите, звоните, Music Mac.